Сегодня я купил в сельпо буженину по-домашнему. 118 гривен килограмм. Фирма Глобина. Так, а сколько этот кусочек? Сейчас посмотрим. Если 118 гривен килограмм, почти 200 грамм. Ну да, где-то 25 гривен, наверное, стоит он. Штрих-код 48. Так, смотрим, что здесь Глобина. Для сельпо, буженина по-домашнему. Буженина по-домашнему. Так, свинина. Так, 25 гривен, это где-то около доллара вот этот кусочек. Открываем. Какая она красивая. Запах это она в кунжуте, что ли? Да вы что? Так, пробуем. Ну, это шедеврально. Да. Да. Вкусно. Продолжение следует...